А куда идти? Чуть захуй. Всем привет, с вами я, Сава Жаров. Сегодня мы играем не просто в DOS, но мы будем играть в DOS 2. Больше нету DOS 1, но теперь есть DOS 2. Сегодня мы играем в оригинальную вторую часть, и она наконец-то вышла. Так, я вижу тут. Я не ошибся, а туда ошибся. С не той дверью. Залезай в шкаф, чувак. Ты играть умеешь? Не умеет. Видно, не умеет. Что они там болтают все в чате, ну? Больше делать нечего. Да? Так, хорошо. Сик. Очень интересная теперь анимация у нашего Сика. Когда он влезает, так что вы будете в шоке, когда увидите ее. Она очень крутая. Но я не люблю в этот раз проходить в этой части Сика. Потому что он стал сложнее. Так как раньше я не нажимал на вперед, а тебя самого тянуло. Ты просто должен поворачивать камеру куда надо. В сторону. Сейчас ты останавливаешься при этом. Чудовище! Вот оно вылезло. Тебя ненавижу. Зачем ты вылез? Я могу без тебя. Потому что ты такой неинтересный. Ну, по крайней мере, сейчас было очень интересно. Нет, ты неинтересный. Ты слишком сложный. Все проиграли. А, понятно. Давайте еще раз. Выгружайся. Было обновлено сегодня. Ну, где-то ночью сегодня. Ну, да, сегодня ночью где-то была добавлена эта игра. В саму игру Roblox. Зайдем. Слушайте, а давай, ну вообще, может что-то добавили. Нет, нельзя какие-то оживления. Нельзя. А жалко. Чувак, я там помочь себе не вызвать мастера, а ты там что-то стоишься. И все пуст, никуда не уезжает. Да и не уедет, в принципе. Кстати, вот здесь вот еще добавили такую плюшевую игрушку с крючком. Мы будем уже что-то делать? А, все, ты их хочешь. Не, я с тобой не поеду. Так. Я с ней не поеду. С тобой поеду. С тобой можно. Никого я не буду принимать. Да. Кстати, у меня в PET-симулятор, ребята, X много всего, плюшек. Поэтому скоро будем с вами обозревать, что я за эти плюшки смогу там выкупить. Все выкупить. Все возможное с вами выкупим. И, в общем, новая картина в DOS у нас. Вот что, собственно, и требовалось сказать, похоже. Не надо. Смотрите, давайте. Вот такие вот.
Надо было, ну и хорошо, что нет такая тумбочка. Так. Что такое? Что ты хотел открыть без меня? Что это за чудовище? Что это? Гипноз. Гипноз, может, уже? Совсем куку стали бы. У нас уже отель в голове. О, сундук! Это прекрасно. Сейчас. Вот сейчас было реально прекрасно. Прекрасно. Тетелька в тетельку. Вы поняли, как я ненавижу Сика. А, тут нужна отмычка, чтобы открыть этот сундук. Потому что некоторые сундуки по-разному. Тут есть два вида сундука. Вот такой вот этот с отмычками. И который просто открывается. Не успел открыть потайной. Но ничего страшного. Сто денежки тут. Тут монетки. Ой, черт. Поворачиваю. О, новая комнатка. А куда? Сюда. Слушайте, так интересно вообще. Раз. Интересно сделали механику теперь такую. Не ожидал я. Так, ну хорошо, что и хотелось-то. От вас ничего не хотелось, да? От вас подписку и лайк я хотела. У нас уже 100, где-то 107 подписчиков. Пока меня не было вообще на канале. Пока вы так скучали по мне. У нас уже... потому что пока меня не было, у нас было еще меньше 100 даже. Если честно. И вот теперь уже вот столько вот набралось. Это вообще сколько много у нас уже подписок. Так чё? Давай, делай, чё стоим? Кого ждём? Я не буду, я... Монетки. Монетки, да хорошо всегда. Монетки. Кстати, посмотрите вот на эти часики. Так, где они там? Вот они. Они идут, ребята. Теперь они идут. Теперь они, наши дорогие часики, идут. КСВ пошли. У вас стрелки были отвалены. Теперь вы работаете. Так, ключ-ка ищем. Так что не можем ничего найти. Машины. Ну, в общем, ничего, часики у нас ничего просто не тикают, стрелочки стоят. Так, ключ. Ключ что? Не будем открывать? Или у тебя есть? Ну чё стоим, на кого ждём? Чё мы ищем? Чё стоим? Так, тут нет. Тут нет. Значит, он сейчас найдёт. А можем побыстрее? В смысле, как нет? Как нет-то? Тут нет? Нет. А что? Ты искать умеешь. А, как это? Как мы пропустили? Он успел взять вообще? Он успел. Как это?
будет секретки. Тут выбор двери. Так, тут... А, вот тут хорошо. Здесь прячемся. Здесь хорошо. Здесь прячемся. Все, девиз команды, когда моргает свет. Это раш, прячемся. Так. Что опять? Опять? Вот. Пусть. А вот сейчас да. А нет. Глазик, значит, нет. В принципе, в прошлый раз я вроде бы не мог-то на витаминках, но, видимо, не смог. Что это за страшный глаз там? Красный, красноватый такой. Это уже страшилки начинаются, а не дурс. Странные сказки перед сном. Парень, ну мы бежим, чего сказать? Такая игра. Все нормально. Не ошибаемся. Номик. Что, пройдем это? Неужели? Ненавижу от него бежать. Ненавижу, но смог. Да что я опять один остался? Почему такие люди не умеют играть? И, ну, то есть я все время один остаюсь. Так, уже какая-то. Так. Что здесь происходит? Все еще кажется, что он монетки берет. Но нет, потому что он погиб. Уже вышел. Ладно, на этом пока что все у нас. Не скучайте, еще скоро будет видео. Всем пока.